этом влоге просто хочу показать, как... Ребята, всем привет! У меня опять не было... О, солнце пку! У меня опять не было идей, в общем, для этого влога. Поэтому просто в этом видео покажу, как проходят мои занятые дни. Последние несколько недель были, ну, просто очень хаотичными, очень занятыми. И вот об этом будет сегодняшний влог. Я не была здесь 2 дня. И уже, смотрите, тут уже поменяли, положили новый асфальт. Когда они успели, непонятно. Ребята, просто хотела быстро рассказать, чем я в последнее время так занята. Во-первых, ко мне скоро приезжает моя мама в Сеул. Я готовлюсь к ее приезду, составляю план для посещения различных популярных мест в Сеуле. Во-вторых, у меня намечается поездка за рубеж в другую страну, поэтому готовлюсь и к этому. И в связи с пунктами 1 и 2 мне нужно на работе быстро все закончить, 2 раза быстрее, чем обычно. Дедлайны просто бешеные, из-за этого очень сильно стрессую. Ну и помимо всего этого, я еще пытаюсь планировать, снимать для вас влоги, учиться чему-то новому. Правда, в последнее время учиться особо не получается. Поэтому последние несколько недель были очень для меня хаотичными. И, если честно, я почти на пределе. Сил почти не осталось. Но я пытаюсь выжить, пытаюсь все вовремя закончить. В общем, сейчас мы закончили работать 7 с чем-то часов вечера. 7 с чем-то часов вечера. Мои коллеги сказали, что это моя последняя полная неделя перед тем, как я ухожу в отпуск. Поэтому сказали, давай вместе поужинаем. Смотрите, кто у нас стоит на первом этаже. Фигурки BTS. Ужас. Такая очередь большая. Видимо, реально вкусное какое-то место. Can I film yours? Oh, it's the same. Oh, Dennis, what did you get? The same? Oh, with cream cheese. Всем доброе утро. Сегодня суббота, выходной день. Сегодня я собираюсь заняться домашними делами. У меня в комнате стоит ужасный бардак. Хочу все убрать, постирать, почистить и так далее. И ближе к вечеру я собираюсь поехать в район, где я работаю, в район Чонгно. И в этом районе будет проходить фестиваль в честь дня рождения Будды под названием Ёндэнхэ. И фестиваль... Я ни разу, кстати, не была на этом фестивале, не знаю почему, за все мои 5 лет жизни в Корее. И вот в этот раз хотелось обязательно поехать и посмотреть, что это как. Вообще так интересно, это главный район Сеула, а тут перекрыли все главные дороги, и люди вот так вот просто ходят. Редко когда такое можно увидеть.
перед тем, как пойти в кофейню и ждать там этого парада, я хочу зайти в буддийский храм. Главное, буддийский храм, где этот парад сам закончится. Хочу показать вам, как выглядит буддийский храм в это время днем. Я вернусь в этот храм еще вечером, потому что вечером там еще, по-моему, красивее, чем днем. А сейчас хочу сесть в какую-нибудь кафешку, там посидеть, подождать, пока парад до сюда дойдет, до этого района. Думала, посмотрю фестиваль минут 30 и поеду домой, но так получилось, что я осталась там еще на 2 часа, потому что все было так ярко и красиво, невозможно было отвернуться. Я думала, что это религиозный фестиваль, но потом ниоткуда появился Снупи и другие персонажи. Также было интересно, что в фестивале участвовали не только монахи, но и дети, школьники, студенты, взрослые люди, иностранцы из разных стран. Наверняка участники парада чувствовали большую усталость, так как они шли пешком уже часа 4, но они этого не показывали, они были на позитиве, танцевали и приветствовали зрителей. В ответ люди тоже поддерживали их, благодарили за старания. И вот эта вся атмосфера зарядила меня таким позитивом и добром, ну просто не описать словами. После выматывающих пары дней этот фестиваль был для меня как бальзам на душу. Надеюсь, что через этот влог вы почувствовали эту атмосферу. Увидимся в следующем влоге.